Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. В тройку самых богатых депутатов Гурдумы попала женщина. Это директор ООО «Вятушка Агро» Надежда Сураева. Она заработала за прошлый год почти 34 миллиона рублей. Это третье место после Владимира Журавлева, доход 52 миллиона, и Михаила Шихова 49 миллионов. У Сураевой в собственности квартира площадью 155 квадратных метров, земельный участок площадью почти 2000 квадратов. В автопарке Porsche Macan, Volkswagen Tiguan и Volkswagen Multivan. На четвертом месте в списке самых богатых депутатов еще одна женщина, дизайнер Анна Лалетина, заработавшая за год 10 миллионов. Программа «Экономика». Почта России готова принять более сотни людей на работу в Кировской области. Из-за роста спроса на услуги почты открыто 150 вакансий. Нужны почтальоны, операторы и кладовщики. Основная часть вакансий в Кирове обещают официальное трудоустройство. А работы сейчас у почтовиков стало больше, поскольку через отделение связи оформляют доставку все больше интернет-магазинов. Кроме того, Почта России начала доставлять на дом бесплатно ряд товаров с Алиэкспресс. Экономика на 101 FM. В налоговой прояснили, какие проверки отменили. Кировское управление ФНС предоставило информацию в ответ на запрос ВТПП. В нем говорится, что до 31 мая налоговая не будет принимать решение о проведении выездных и повторных выездных проверок и приостановит уже назначенные. В этот период не будет проверок расчетов и уплаты налогов по сделкам между взаимозависимыми лицами, проверок соблюдения валютного законодательства, кроме случаев, когда нарушения уже выявлены или срок давности 1 июня. Приостановлены сроки по актам и решениям и рассмотрению возражений по проведенным выездным проверкам. Если налогоплательщик не представит документ или сведения по запросу в этот период, его не оштрафуют, а камеральные проверки идут в штатном режиме, чтобы не задерживать выплату заявленных к возврату сумм. Экономика. Далее информация от наших партнеров. Исход судебного разбирательства напрямую зависит от качества подготовки. К нему недостаточная проработка приводит к затягиванию разбирательства, повышает вероятность негативного исхода процесса. Увеличиваются денежные, временные и эмоциональные затраты на него иногдакратно. С учетом паузы, на которую стала большая часть бизнеса, сейчас самое время заняться предварительной работой как по судебным, так и досудебным спорам. Специалисты экспертно-консультационной фирмы «Экскон» помогут в анализе исхода данных, подготовки доказательной базы и формировании позиции с технической точки зрения по вопросам строительства, товароведения и оценки. Компания «Экскон» работает на рынке больше 20 лет. Карла Липкнехта, 13. Телефон горячей линии 73 50 50. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.